Друзья, всем привет! Это очередное видео Sony и Robot Max Plastic. И наша реакция, но сегодня будет реакция не обычная, а на классику. Вот, мы посмотрим концерт легендарной группы, исполнение легендарной песни. Вот, я не буду вас томить, давайте сразу перейдем к делу. Yeah.
Да. Да, друзья. На самом деле, я вот смотрю на людей, которые взяли, ну, там их огромное количество, и для меня эта музыка, у меня лично, я, может, какой-то не такой человек, но она вызывает эмоции не чтобы пойти на концерт и потусить под нее, а вот, я не знаю, чтобы посидеть, покопаться, может, в себе, послушать ее, может быть, с друзьями где-то на берегу моря, я не знаю, просто посидеть, послушать, но не на концерте. Я вот смотрю на людей, которые там качаются под нее, ну, как-то, я не знаю. У меня лично эта музыка не вызывает тех эмоций, которые, наверное, должна. Но, увы, уже ни у кого не будет такой возможности попасть на концерт. Ну, блин, это понятно, просто я смотрю на количество людей, правда, и я, ну... 99-й год. 20 лет назад. Представляешь, какой это драйв, когда ты, какой-то кайф, когда ты на сцене, и твоим творчеством восторгается столько людей, ты поешь, и вот эта энергетика твоего голоса, твоих переживаний, оно растворяется вот в этих людях, и они тебе подпевают, хлопают, и я думаю, это какая-то вообще просто что-то над уровень. А, вот когда мы смотрели с тобой корейцев, вот у меня... Они дают крутую энергетику, но я не понимаю, как выйти вот на такой уровень восприятия. А я тебе как-нибудь покажу их концерты. Хорошо. Потому что, ну, вот сейчас для меня их музыка как раз дает больше драйва, чем... Вот это. Я не говорю, что мне не нравится, потому что я люблю эту песню. Угу. И, ну, как бы она вызывает во мне какие-то теплые, но другие чувства, я не знаю. Но не тот драйв. Хорошо, друзья, вот у меня возникла идея, мы в следующий раз сделаем подборку реакций на видео, я найду видео 90-х, 80-х, классику, такую вот дремучую, так вот, это будет ликбез для Сони, а Соня ликбез для меня в плане современной молодежной музыки. И мы вот как раз тему вот этой энергетики, потому что она мне очень интересна, интересно вдвойне, потому что сейчас занимаюсь созданием танцевального шоу, и очень важно стал вопрос, какую же музыку использовать. Или классическую, или современную, но энергичную. Я думаю, мы достаточно много сказали. Музыка, я чуть не расплакался. Так вот, да. Вот мурашки бегают по всему телу. Огромное вам спасибо за то, что были с нами. Надеемся, что наша реакция вам интересна и полезна. Поэтому мы прощаемся с вами, но ненадолго. До новых скорых встреч. Пока-пока.